Вся беда в том, что, друзья, что никому не известна вот эта прекрасная наука, которая называется как? Биохимия. Милые мои, вот невозможно без биохимии не то, что лечить человека, невозможно жить без биохимии. Сейчас уже такое время, что без нее жить нельзя. Потому что вы не понимаете, что вы едите. Например, вот девушка говорит, у меня аллергии нету, но у меня есть непереносимость. Глютену. А что это такое? А что значит непереносимость? Что значит причина непереносимости? Это уже скрыто. Есть непереносимость, все, а причина? И так далее. Ладно, давайте тогда я буду вам все раскрывать карты, так сказать. Друзья мои, ну, фактически, вот, понимаете, медицина такая вещь, потому что медицина о чем? Это наука о человеческом организме. Ну, теперь человеческий организм можно расщепить, расчленить, разложить на органы, на отдельные органы и на отдельные болезни. Можно это сделать? Наверное, нельзя, нет? Вот рука болит, и все, больше нигде не болит. У меня болит только рука, только плечевой сустав. А причина? А причина, ну, неизвестна. Нарушение, ну, воспаление. Воспаление плечевого сустава. Артроз или артрит. И, а разница какая? А разницы никакой нету. Артроз – это нарушение обмена. Артрит – это воспалительный процесс. Фактически это все одно и то же. И так далее, и так далее. Вот здесь есть название болезней, диагнозов. Все это видимость одна. Они говорят о симптомах болезней, но они не говорят о сути болезни. Та же самая аллергия, непереносимость. Что? А причина? Причина всего этого. Так что, если вы хотите понять, что с вами творится, вы, пожалуйста, всегда ищите причину любого состояния, которое вам не нравится. Любого дискомфорта своего. Болит голова? Почему она болит? Почему? Я понервничал? Нет. Люди очень много нервничают. Очень, например, я достаточно нервничаю. И остро, и хронически, и так далее. Но у меня вот голова не болит никогда. Вот не болит, и все. Так что не только в этом, конечно, в этом тоже. Это повод скорее. Понервничали – это повод. А причина – это не то, что вы нервничали. Причина – это состав тканей ваших. И в конце концов, когда этот неправильный состав доходит до мозга, а именно до самого мозга, ведь само вещество мозга не имеет нервных окончаний. Это вещество, которое мыслит, серое вещество, да, там ассоциативные связи и мышление. Ну и подкорка. Подкорка для управления всеми функциями организма. А где болевые рецепторы? Болевые рецепторы в мозговых оболочках. Я об этом говорила не раз, но знали вы это, не знали? То есть есть три мозговые оболочки. Ну теперь я вас прошу, уже привыкните к моему стилю. Пожалуйста, не удивляйтесь, и пусть вам не надоедает слышать от меня медицинские термины. Я вас прошу записывать эти термины. Иной раз по-русски, иной раз еще и по-латыни. Потому что это нужно всякому образованному человеку, нужно знать, из чего он состоит, и очень хорошо знать некоторые латинские названия, медицинские термины, потому что они вошли в русский язык, и вообще расширяют ваш кругозор. Так вот, друзья мои, мозг имеет три мозговые оболочки. Вот мне интересно, вам интересно это слышать, знать или нет? Да, или да, не интересно? Ну его, зачем мне знать, какие это дела врачей? А я извиняюсь, мне придется немножко разоблачиться, потому что это совершенно немыслимо. Она здесь или она все-таки на кофточке, по-моему, и она здесь? Кондиционер этот вовсе неэффективен. Все. Слушай, ты не выяснил, почему кондиционер не работает? Сейчас они включили. Ну, не чувствуется пока. Они включили. Так. Так вот, есть интима. Интима. То есть это та мягкая мозговая оболочка, которая окружает саму ткань мозга. Вот именно так окружает, постилает все извилины мозга. Есть вторая оболочка – паутинная. Паутинная – это арахноидея. Вот это та самая оболочка, которая чаще всего воспаляется, и в ней нервные окончания, и имеют место головные боли или мигрень. А еще такая болезнь такая есть, которая называется арахноидит. Слыхали такое? Нет. Да? Да. Да. Ну,
лучше бы вы его не слыхали. Но такое есть и часто бывает после гриппа, после аллохноидит. То есть воспаление вот этой паутинной. Представляете, какая тончайшая нежная оболочка, паутинная фактически. Ну и дура-матер. Дура-матер, или там пиа-матер была мягкая арахноидея, а дура-матер — это твердая мозговая оболочка, которая снаружи еще окутывает мозг. А уже потом идут кости черепа. Ну вот, друзья, головная боль от чего? От того, что эта самая арахноидея воспаляется. Значит, это уже, это начало, почти любая головная боль, это есть какая-то легкая степень менингита. А менингит — это заболевание довольно грозное. Это если, но опять это менингит, это еще не энцефалит. Энцефалит — это уже воспаление мозга, всего мозгового вещества. Но вначале бывает, конечно, менингит. Значит, это воспаление мозговых оболочек, именно паутинной. Иногда и мягкая мозговая оболочка задевается, это еще хуже тогда. Но это уже плохо, это уже высокая температура, так далее, так далее. И болеют в основном дети. Но и молодые люди тоже. И нередко бывают эпидемии вот этого менингита в военных частях. Но менингит вызывается менингококком. Это так, это микроб, конечно. Но микроб-то нас бы не захватил, так сказать, в плен и не причинил бы нам никакого неудобства и болезни, если бы у нас были чистые ткани. Но когда они нечистые, и когда в них накапливаются или гной, или гнойные токсины, а не может быть ни одной головной боли без гнойных токсинов уже где? Ни в желудке, ни в кишечнике, хотя поступают они в голову из желудка и кишечника, и из печени. Но когда они уже достигли до головного мозга, то начинаются головные боли, это легкая степень менингита, или даже воспаление уже, то есть сам по себе менингит. Но обычно довольно массовое явление – это мигрень, так называемая. Найдите хоть один источник медицинский, популярный или научный, где реальное объяснение мигрени и реальное ее лечение. Вы встречали? Если встречали, расскажите мне, как вылечить мигрень. Кто-нибудь знает? Не винитесь, говорите. У нас времени много. Они разные. Говорят, что капустным листом. Ладно, раз, капустным листом. Ну, это облегчение бывает. Еще. Воды выпить много. Тоже хорошо. На самом деле, это дезинтоксикация. Но уже это не единственный способ дезинтоксикации. Вместе с этим надо еще кое-что. Ну, что вы уже знаете, по-моему, из моих лекций. Еще что? Акупунктура, да? Точки, 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 где угодно. На лице, на руках, на пальцах, на ногах. Тоже хорошо, но акупунктура, любая акупунктура – это симптоматическое лечение, такое же, как и лекарственное лечение. Это не лечение причины болезни. В общем, причина одна, о чем бы мы ни говорили, о какой бы болезни мы сейчас ни сказали, причина любой болезни одна. Какая? Токсины. Токсины. Откуда токсины? Откуда токсины у нас? Из пищи. Ну, нет, все, ну, экология, все, но внутрь-то откуда? Внутрь из пищи, от воздуха, от воды, но именно мы получаем, ну, пищу не в виде токсинов, а в виде все-таки еды. Дальше еда расщепляется, так далее, часть усваивается, если вареная пища, то 1%, если сырая пища, процентов 30-50, вот так, усваивается. А то, что не переварилось, то куда девается то, что не переварилось в кишечнике, то, что не усвоилось? А почему не переварилось? А? Что? Двенадцатиперстную, потом все равно оно не усвоилось. Усваивается-то она в тонком кишечнике. Ну, желудок прошла полурасщепленная, там дальше полурасщепленная. Ведь и в желудке она не до конца расщепляется, ясно, любая пища. Она расщепляется до какой-то степени. Белки, да? Таких длинных цепочек аминокислот, олигопептидов. И в основном жиры, углеводы не расщепляются в желудке. Вы знаете почему? Потому что в желудке среда кислая. Потому что именно в кислой среде работает фермент желудочного сока пепсин. А зачем тогда нам кислая среда и работает только в кислой среде пепсин? А остальное не расщепляется. Но потому что пепсин нужен для расщепления какой части нашей пищи?
Совершенно верно. Для расщепления белка нужна кислая среда, пепсин. Пепсин, нормальная кислотность, пепсин свое дело делает, расщепил белок. До какой стадии? Белковая молекула по размерам какая? Маленькая или большая? Самая большая, да? В природе. Самая большая органическая молекула – это молекула белка. Ее молекулярный вес несколько миллионов. А молекулярный вес молекулы водорода какой? Два. А кислорода? 32. Молодец, все точно. Ну, сравните. Это что же химические элементы, мы окружают нас и так далее. Ну вот, что такое 32? Две единицы молекулы – это кислород. А что такое миллионы? Можете себе представить, какую большая, крупная, тяжелая, так сказать, молекула белка? Ее надо первоначально прямо вот раздробить. Разбить как молотком. Ну, не молотком, конечно, но на определенные части. Сразу до последних кирпичиков, до аминокислот, ее невозможно раздробить. И потому это и делает пепсин. Получаются так называемые олигопептиды. Я вас прошу, напишите это слово олигопептиды. Хотя от того, что вы напишете, вы скажете, от того я не выздоровею, скажем, от воспаления легких, да, не выздоровеете. Но вы должны знать, что с вами происходит. А потом поймете, что выздоровеете, если вы будете вооружены знанием процессов, которые происходят в вашем организме. Так вот, эти олигопептиды, то есть цепочки, длинные цепочки аминокислот, мы уже получили вместо крупной молекулы несколько миллионов, мы получили уже, ну, несколько тысяч молекулярный вес вот этих цепочек. Они пошли дальше. Куда? В двенадцатиперстную кишку. А в двенадцатиперстной кишке среда какая? Щелочная. Правильно, щелочная. Почему? Потому что для работы тех ферментов, которые поступают в двенадцатиперстную кишку, нужна щелочная среда. А какие ферменты туда поступают? Ферменты какого органа пищеварительного? Как? Правильно, кто это сказал? 5 с плюсом. А откуда ты знаешь? Не знаю. Ну, правильно. Будьте внимательны, пожалуйста, когда читаете любой материал, ну, а тем более материал, где написано то, чего не написано в другом месте, то, пожалуйста, будьте внимательны. Так вот, поджелудочная железа, проток поджелудочной железы открывается в двенадцатиперстную кишку. Как вы знаете, это наша бедненькая поджелудочная железа очень часто воспаляется. И как называется ее воспаление? Панкреатит. Панкреатит. Сплошь и рядом. То есть нет человека без панкреатита. Очень печально, но это так. А почему так? А потому что, опять же, пища неадекватная. Раз. Но и кроме того, поджелудочная железа уже в 3-4-5 лет уже у детей неполноценная. Почему? Я не знаю, успею сегодня сказать о детях, но очень хочу, чтобы сказать, потому что самый важный этот раздел и лекции наших знаний – это знания о детях. Ладно. Ну, уже будьте уверены, 3-4-летние дети и так далее обладают в какой-то степени, у них есть это заболевание панкреатит, в большей или меньшей степени. Ладно, пошли дальше. Поэтому, кстати, вот запомните, а потом спросите, почему. Очень способствует современная методика чего? Грудного вскармливания по требованию. Вот это смертельная методика для детей. Но почему, я вам объясню, если не знаете. Ладно. Теперь дальше. Поджелудочная железа. Это надо все знать буквально как буквы в азбуке. Вы должны это знать. Просто знать обязаны. Выделяет какие ферменты в двенадцатиперстную кишку? Какие? Так. Раз, молодец. Второй. Трипсин для чего? Для переваривания чего? Для переваривания чего? Белков, друзья. Но поскольку в идеале там уже не белки, потому что белковая молекула не будет там перевариваться, ей нужна кислая среда, все. Белковая молекула прошла, а это в основном так, потому что если съели, скажем, 300 грамм мяса за обедом или ужином, потом вопросы, то эти 300 грамм вы в желудке явно не расщепили, и какая-то часть прошла в поджелудочную в виде белка. Тогда все. Хана, как говорят, этим, вот, ну там 100 грамм, 150 грамм белка нерасщепленного, он так и пойдет дальше, 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 а следовательно, он сгниет в кишечнике, потому что он не будет перевариваться. А что такое белок?
не пере... в общем, белок, целый белок, который уже не подвергается никакому расщеплению, да еще бескислородная среда. Что произойдет с белком? Человек или животное, когда умирают, что происходит? Гниение происходит. Есть такой процесс, который называется гниение. Гниению подвержены белки. Вот этот белок начинает гнить. И он гниет в нашем кишечнике. Это происходит у всех людей, к сожалению, в большей или меньшей степени. У сыроедов тоже, но у них очень мало. А почему у сыроедов? На самом деле у сыроедов не должно быть этого процесса. Потому что мы едим много. Вот эти же сыроеды едят количество пищи. Очень большое. Они не насыщаются, потому что не насыщаются, потому что сырая пища быстро переваривается в желудке. А желудок пустой, и нам кажется, что мы голодные. Вот это самое такое обманчивое чувство, которое я вас прошу. Научитесь различать, когда вы на самом деле голодны, а когда вам кажется, что вы голодны. В основном людям кажется, что они голодны, когда у них пустой желудок. Вот это неправильно. И если вы знаете, что вы 2 часа назад поели, то у вас голода нету. У вас просто переварилась пища, поскольку она была сырая. Там, кроме еще ферментов нашего организма, присутствуют ферменты самой пищи сырой. Так что она быстренько покидает желудок. Практически через 40 минут сырая пища уходит уже вся. Желудок пустой. Давай еще кушать. Нельзя, друзья, нельзя. Разница между приемами пищи должна составлять 4 часа, не меньше, даже больше. Пусть будет больше, но не меньше. Итак, чтобы избежать вообще гниения, мало соблюдать качество пищи, надо еще соблюдать количество пищи и интервал между приемами пищи. Интервал очень важен. Ладно, теперь 12-перстная кишка. Надо разобрать все по косточкам, так сказать, процесс пищеварения. Тогда вам будет остальное все ясно. Трипсин для пищеварения белка. Но кроме белка у нас еще что есть в пище? А что, какие ферменты нужны для пищеварения жиров, для расщепления жиров? Липазы. Молодец. А для углеводов? А что такое углеводы в пище? Какие углеводы в пище? Углеводы пищи кто знает? Сахара. Правильно. Еще? Крахмал. Крахмал. Нет, клетчатка. Да, клетчатка тоже, совершенно верно. Но там и белок есть. Крахмалы. Крахмалы, да? Крахмалы картофеля, зерна, ну, скажем, и некоторых овощей. Но крахмалистые овощи же есть, корнеплоды в основном, вот морковь, свекла и другие. Кабачок. Кабачок, да, конечно. Так вот, для пищеварения, теперь, а чем отличаются тогда сахара от крахмалов? Одни сложные, другие. Что такое сложные, что такое простые сахара, что такое? Ну, простые начнем. Что такое простой сахар? Ну, это, например, глюкоза, фруктоза. Ну, даже и дисахарид тоже еще простой сахар. А что такое дисахарид? В пище нашей есть дисахарид? Сахароза. А что такое сахароза? Это сахар, который мы едим. Вот сахароза. Ладно, это значит будут мономеры. Но мономеры, а дисахарид это 2 мономера, 2 глюкозы. Значит, простые углеводы – это мономеры, так же как простые, так же как ну, элементарные частицы белка – это кирпичики белковые молекулы, как называются? Аминокислоты. Да, конечно. Ты химик? Нет. Слушала ваши лекции. Молодец, спасибо. Так вот, аминокислоты – это единицы белковой молекулы. Моносахариды – глюкоза, фруктоза. Но есть еще гектозы, есть еще пентозы, то есть по количеству углерода в молекуле. Это единицы углеводистой пищи. Единицы жиров – это что? Громче. Жирные кислоты. Почему вы стесняетесь говорить? Громко говорите, вы же правильно говорите. Жирные кислоты и глицерин. Вообще всякий жир представляет собой сложный эфир. Глицерин это трехатомный спирт, так называемый, трехатомный спирт. Если обычный спирт, ну алкоголь, это одноатомный спирт, там одна спиртовая группа, то в глицерине 3 спиртовые группы. И к каждой спиртовой группе эфирной связью присоединяется жирная кислота. А жирные кислоты тем отличаются от мономеров, вот углеводистых,
Вот я сказала, мономеры состоят из скольких атомов? 5, 6, 7. Пентозы, гексозы, гиптозы, да? Но это глюкоза, фруктоза и некоторые другие. Там, рибоза. Рибоза – это пентоза. И все, это углеводы. А жирные кислоты имеют точно такое же строение, но они состоят не из 5-6 атомов углерода, а цепочки эти состоят из 28, 32, 36 атомов углерода, соединенных друг с другом, и плюс спиртовые группы, OH-группы, и плюс еще карбоксильная группа. Потому они называются кислоты. Потому что органическая кислота, любая органическая кислота, содержит карбоксильную группу. Вы, наверное, не помните ее строение, и здесь там писать негде, к сожалению. Но если вы посмотрите мой ролик, который называется «Лекция Одинцова», 2010 год, наверное, смотрели этот ролик? Да. Ну, пожалуйста, посмотрите еще раз, потому что там много того, что сказать с первого раза. Но вот там на доске точно написано и объяснено, что такое карбоксильная группа. В общем, это группа, характерная для любой органической кислоты. Ну, а теперь все-таки не забывая о том, о чем мы говорим, скажите, какие вы органические кислоты знаете? Лимон, лимонная кислота, еще... Яблочный уксус употребляете? Алло? Да. Яблочный уксус? Да. Сами умеете готовить? Нет. Научитесь, лучше готовьте сами, потому что в магазине вы вряд ли найдете натуральный яблочный уксус. Можно в интернете найти рецепт и все. Это отличная, прекрасная вещь. Но почему-то уксус называется, а уксус штука вредная. Но тот же самый виноградный уксус вреден. Почему? Это опять в моих лекциях, это уже подробности биохимии. Это просто сейчас некогда говорить об этом. Так вот, что содержит яблочный уксус? Что содержит? Говорите. Какую? Яблочную. Ну, яблочный же он. Содержит яблочную, значит, есть яблочная кислота, есть лимонная кислота, есть еще сукцинат. Сукцинат – это лекарство, как вы знаете. Это янтарная кислота. Но почему-то она в виде таблеток продается, то есть это не органическое создание какое-то. Янтарная кислота есть в тех же помидорах, в том же яблоке. Теперь есть еще щавелевая кислота. Щавелевая кислота, она состоит из двух углеродов, цепочка, и обе, там два углерода, и оба углерода входят в карбоксильную группу, то есть там две кислотные группы. Щавелевая кислота где? Щавель. В щавеле и не только, в помидорах, в лимоне. Ну и так далее. Таких органических кислот несколько. И все они просто благо для нас. Потому что органические кислоты имеют кислый вкус, и несмотря на это, они расщепляются в организме, но в водной среде, в водной. И вообще все продукты усваиваются только в водной среде. Вот почему говорится, что необходимо пить воду. И сыроедам тоже, хотя есть сыроеды, которые утверждают, что нам воды не надо, это неправильно. Воду нужно пить, потому что вода является растворителем. Нам нужен растворитель. А все остальное, что мы получаем из пищи сырой и из соков, это уже растворы. Вы понимаете, да? Разница раствор. То есть там вода, в которой растворено то-то, то-то, то-то. Но вам еще нужен растворитель, то есть чистая вода совершенно. Лучше дистиллированная даже, или уж прошедшая через такой многоступенчатый фильтр, чтобы она могла растворить в себе все те пищевые продукты, которые мы вводим в себя, потом расщепляем, потом они поступают в клетку. Вот они должны поступить в клетку в растворенном виде, в этой чистой воде. Ну так, и так вот, растворенные в этой чистой воде органические кислоты, они диссоциируют, то есть расщепляются, не как кислоты, то есть выделяя не атомы водорода, как это делает любая неорганическая кислота, например, соляная серная кислота. Ну как вы думаете, серную кислоту, если капнете на кожу, будет ожог, безусловно, от соляной тоже и так далее. Но если вы капнете на кожу лимонный сок, ожога вы не получите, тем более яблочный сок, это и яблочный уксус тоже. Потому что они диссоциируют в водной среде как щелочи. И вот это наше благо. Почему они диссоциируют как щелочи? Кроме уксусной кислоты. И потому уксусная кислота, которая содержится
к сожалению, тоже в органическом веществе, но это вещество не что иное, как виноградный уксус. Вот это самая уксусная кислота диссоциирует уже как кислота с выделением атомов водорода и закисляет среду. А нам закисление абсолютно не нужно, потому что и так достаточно кислых продуктов в результате обмена веществ мы получаем. Тем более те люди, которые потребляют животные белки. Животные белки при расщеплении однозначно дают аминокислоты. Аминокислоты расщепляются с выделением атомов водорода, то есть закисляя среду. Потому pH мочи бывает вообще считается нормальный pH мочи, то есть реакция мочи должна быть кислая якобы. Но у всеядных она действительно кислая, и это очень плохо. А если pH мочи щелочной, сейчас пишут, что это вроде ненормально, если моча 7-7,2. На самом деле нормальный pH мочи, то есть нормальная реакция мочи, должна быть щелочная, но не кислая. Щелочная должна быть также реакция вашей слюны. А для того, чтобы это уточнить и себя проверить, покупайте ацидотест. Ацидотесты бывают в аптеках, но и в других, в общем, предприятиях этой медицинской промышленности. Но это просто лакмусовые бумажки такие. Ну, рулон такой, бумажки, которые вы смочите слюной во рту, смочите и посмотрите, со стандартом сравните. И там вы увидите pH там от 6 и дальше, даже 5,8, это кисло очень, 5,8, 6, 6,2 и так далее, до 7,4. Вот 7 уже хорошо, 6,8 ничего, но не очень хорошо. А если 7 pH, если по цвету соответствует, то это очень хорошо, если pH слюны 7, pH мочи обычно бывает немножко более щелочной. В общем, pH мочи 7 – это хорошо, ниже 7 – это уже плохо. Поняли, да, это усвоили? И убедительно, убедительно. Теперь, почему нам нужна все-таки, ну, есть, к сожалению, таковые медики, ну, медики, но не врачи, которые утверждают, что вообще нам нужна кислота. Кислая среда, и причем не органические, а именно неорганические кислоты, которые закисляют нашу внутреннюю среду, нужно, чтобы ее держать в состоянии кислом. Почему они так думают, я не знаю. Но один из них это Болотов, да? Медицина Болотова, академик Болотова, академия Болотова. Ну, молодец человек, создал себе медицину, академию, и звание академика себе присвоил, все хорошо. Но, к сожалению, это большая ошибка. Потому что в кислой среде все шлаковые, то есть конечные продукты обмена веществ не растворяются. Они должны быть растворены и выведены из организма, потому что если они остаются, то они дают начало очень многим болезням, практически всем болезням. Но один из таких очень злостных продуктов обмена веществ, особенно при употреблении мясной пищи, это что? Вещество, которое вызывает камни в почках, и полиартриты, а? Да, мочевая кислота. Вот эта мочевая кислота, она никак не может раствориться ни в кислой и ни в нейтральной среде. Она растворяется, именно расщепляется, растворяется, выводится из организма только в щелочной среде. А поскольку ее достаточно образуется в организме, даже если мы мясо не едим, откуда тогда мочевая кислота? Мы же мясо не едим, откуда она? Подумайте, милые, если подумайте, ответ очень простой. А если мы вообще белковой пищи не едим, у нас может образоваться? Чего-чего? Давным-давно ели, может, накопить? Нет, даже давным-давно не ели, никогда не ели, а мочевая кислота образуется. Почек? Почки, сахар. Слушайте, проще простого ответа. А ее вырабатывает, по-моему, печень или вот вырабатывается? Она образуется в результате расщепления белка. Какого белка? Нашего собственного. Мы же тоже мясо, дорогие мои, мы мясо. Да, но мы почему-то себя мясом не называем, а называем мясом говядину, баранину и свинину. Потому что мы лицемеры, вот почему. Потому что, нет, мы это люди, у нас мышцы, у нас мускулатура. Чем она крупнее, лучше, тем более у мужчин, тем лучше. Это красота. А там мясо. Нет, друзья, и там мышцы, и там мускулатура, и у нас тоже самый химический состав одинаковый. Только почему же это животные белки вредны? Потому что у них еще крупнее молекулы, они имеют другое строение, и они разрушают наши собственные белковые молекулы. Это другой вид уже животного белка,
Не наш собственный. Почему? Возможно, переливание крови от человека к человеку. Но переливание там, крови коровы, быка, барана и так далее человеку, безусловно, вызовет смерть. Потому что это будет уже такой иммунный конфликт, это будет разрушение наших собственных белковых клеток, белковых молекул, извиняюсь. Так, а если мы это едим, не в кровь, ладно, когда неминуемая смерть, а мы едим, мы расщепляем их плохо, и неусвоенные белковые молекулы проходят и кишечный барьер, и дальше, дальше, и уже во все наши органы. И вот вам начало такого заболевания, о котором вы хотели с самого начала услышать. Как оно называется? Аллергия. Аллергия. Что вызывает аллергию? Антигены. Какие антигены? Чужеродный животный белок. Это истина. Как буква А в алфавите, вот она такая, первая буква в биохимии обмена веществ. Это проходят абсолютно все студенты-медики на втором курсе медицинского института. Чужеродный животный белок является аллергеном. Но потом это забывается начисто, и ни один врач вам не скажет, что чужеродный животный белок, то есть мясо, является аллергеном. А все говорят, что аллергеном является пыльца амброзии, пыльца цветущих деревьев, пыльца всех злаков, трав, прочих, прочих. Ну, в общем, что угодно. Аллергеном является мед. Мед. Хотя там нету белка, ни одной капли белка. Аллергеном являются цитрусовые, в которых тоже нету белка, уверяю вас. Тем более животного. А тем не менее они аллергены. Ну что за бред один? А почему я кушаю апельсины, и вот у меня отек прочее, а не кушаю апельсины, кушаю мясо? Отека нету. Ну, значит, давай кушать мясо. А почему так бывает? Почему от меда, от лимона, от апельсинов, от арбуза может быть аллергия? Да, они чистят, друзья. Это не причина аллергии. Пыльца амброзии не причина аллергии. Это повод. Итак, когда вы заболели, вы давайте различайте причину вашей болезни от повода. Вот плохо относится к своей жене. Он ее не любит. Он любит другую женщину, так сказать, любовницу. Ну, придет домой и начнет ничтожный повод для скандала. Начнет скандалить. И, к сожалению, это нередкое явление в семейной жизни. Вот, вот такая же безобразная картина творится с этими вот нашими аллергенами, которые якобы аллергены. Это просто повод, это не причина. Причина, уже я сказала, чужеродный животный белок и гниение белка. Так, одну причину нашли, истинную причину аллергии. Ради этого и собрались, да? Ну ладно. А что такое аутоиммунные болезни? Они относятся к аллергиям или нет? А? Относятся. Это то же самое. Аутоиммунные болезни – это уже хронический аллергический процесс. Почему они тоже являются аллергиями? Вот что значит аутоиммунное? Аутоиммунитет, то есть иммунитет, направленный против собственных клеток. Ну, вообще чудо, да? Недоразумение. Как может организм против себя создавать что? Против себя создавать, против своих? А? Антитела. Да, антитела, антитела. Друзья, пожалуйста, мыслите. Не только слушайте, но я сегодня очень довольна аудиторией. Аудитория просто просвещенная. Но бывает так, что вообще молчат намертво. Это очень тяжело для меня с такими людьми разговаривать. А с вами легко. Спасибо. Так вот, значит, образуются антитела в ответ на что? Антитела в ответ на появление в организме? Слово мы сейчас сказали. Чужеродный животный белок является чем? Термины. Антигеном. Значит, в организме появился антиген, в ответ на него мы получили антитело. Это вам. Все аллергические заболевания. Ну все, да? Амброзия или тот же мед, там, лимон и прочее не являются сами аллергенами, но они являются, это разрешающий фактор аллергии. То есть повод, как я вам уже сказала, да? То есть они очищают организм от этих вот чего? От комплексов, которые образуются при взаимодействии антигена и антитела. Получается такой комплекс антигена и антитела. Это две клетки, которые друг друга съели. То есть антитело съело антиген. Но если клетка съела клетку, ни одна из них живая не останется. То есть получили мы два клеточных трупа. Таких трупов ужасно много образуется в организме при наличии антигена, обязательно антитела, и получается
много трупных клеток в организме. И вот для того, чтобы... То есть если мы съедаем мед и прочие цитрусовые, то мы эти клетки растворяем, эти трупики, растворяем, расщепляем, и токсины их, токсины вот этих мертвых тел, которые, скопляясь, превращаются во что? Трупные яды. Нет. Клетки не в яды превращаются. Клетки, скопляясь, превращаются в гной. Гниют, потому что, то есть они загнивают и превращаются в гной. А вот все эти растительные продукты, особенно свежие соки, ведь нередко очень свежий вот сок, этот самый фреш, там, будь он цитрусовый, будь он арбузный или что, он вызывает просто страшный приступ отека и прочего, потому что они растворяют этот гной. А растворенный гной из себя выделяет что? Токсины, которые называются? А еще подробнее, как они называются? Кадаверин. От какого слова? А что такое кадавер? Да, труп. Так что запомните, что у нас в организме есть трупы. Труп. Гной – это труп. Все, это трупный материал. Еще путрецин. Ну, пус – это гной. Путрецин – это гнойный яд. Еще птомаины и прочие, прочие. Это все, что такое путрецин, кадаверин, птомаины. Это ядовитые моноамины. В общем, это моноамины. А что они ядовитые, это факт. Вот эти моноамины – это страшные яды, но трупный яд, что такое? Так они поступают, когда растворяется этот самый гной, эти гнойные, эти моноамины поступают куда? Вот туда, где аллергия проявляется. А где она проявляется? На коже, в дыхательной системе. Да, она где угодно может проявиться, эта аллергия. И в печени, в любом органе, и в почках, и в поджелудочной железе. А самые нежные клетки поджелудочной железы – это какие клетки? Которые вырабатывают? Покрепче. Вырабатывают инсулин. Что? Инсулин. То есть диабетом кто болеет? Не те, кто сахар едят, а те, кто мясо едят. Потому что мясо таранит буквально клетки вот этого оставкового ангиогаза, то есть инкреторный аппарат поджелудочной железы, не секреторный, экскреторный, а инкреторный, то есть гормональный аппарат, который выделяет вот этот самый гормон внутренней секреции инсулин прямо в кровь. А если клетки разрушены чем? Или чужеродным белком, или ядами, в которые превратился этот чужеродный белок, то ясно, не будет хватать инсулина. Не будет хватать инсулина, мы не сможем усваивать не только сахар, но и вообще все остальные продукты пищевые. Потому что инсулин для чего существует? Это не пищеварительный гормон. Фермент, не пищеварительный фермент. Пищеварительный фермент, уже сказали, это ферменты поджелудочной железы для белка трипсин, для жиров липаза и для углеводов амилаза. Так? Хорошо. А для чего инсулин? А для того, чтобы дать возможность усвоить клеткам те продукты питательные, которые мы получили в результате пищеварительного процесса. Потому что после 12-перстной кишки эта пищевая масса, уже расщепленная значительно, достаточно, попадает в тонкий кишечник. В тонком кишечнике она еще дорасщепляется, если ее не слишком много, если она не гниет. И всасывается через стенки тонкого кишечника, всасывается в кровь, кровообращение. Сначала, обязательно сначала эта кровь поступает в печень, через воротную вену печени. Я уже устала спрашивать, но вы должны знать обязательно эти термины, что существует воротная вена печени, которая является коллектором сосудов из тонкого кишечника. То есть собирает в себя кровь из всего тонкого кишечника, отдаляет в печень. А для чего это дело происходит? Чтобы в печени эта кровь нейтрализовались, то есть не кровь, а именно токсины нейтрализовались. Если туда попали все-таки вот эти самые путрецин, кадаверин, птомаины и прочие эти моноамины, они же смертельны для нас. Если бы не печень, то после мясного обеда любого человека бы просто умер. Но печень для того и существует, это страж нашего здоровья. И она давай нейтрализовать, то есть их соединять немедленно с глюкуроновой кислотой, и палные соединения уже абсолютно нейтральные, отправлять в венозную кровь, отправлять в почки.
И почки давайте, выделяйте, выделяйте. Но от этого, я думаю, ни печень, ни почки не выигрывают. А именно в почках образуются камни, в печени тоже. И кроме того, клетки печени от этой бессмысленной и очень утомительной работы очень страдают. И получается гепатит, не вирусный гепатит, просто обычный гепатит. Ну, а если уж клетки страдают и страдают годами, то получается вирусный гепатит, потому что они тогда погибают. А погибая, опять превращаются в гной. А превращаясь в гной, становится пищей. Для чего? Для любого вируса. А, Б, С. Гепатит А – это что? Это сравнительно безвредная штука. Это болезнь Боткина или желтуха. Инфекционная желтуха. Ладно, справились. Обычно бывает в детстве, в молодости. Ну а появились еще злостные гепатиты, то есть вирусы стали более вирулентными, более ядовитыми. Это гепатит Б, знаете, страшная штука, которая вызывает цирроз, и гепатит С, тоже нехорошая вещь. Так, если бы это была вот причина гепатита вирус, то все бы мы страдали этими вирусами, абсолютно все, потому что эти вирусы везде, и воздушным путем можно заразиться, из пищи любой немытой, все, пожалуйста. Но так не бывает же. А болеют не все, потому что не все имеют достаточно загрязненную печень, к счастью. А те, кого имеют достаточно гноя, там мертвого материала, на котором питаются вирусы, размножаются. Потому что ни один микроб, уверяю вас, ни один микроб, даже микроб чумы, и то не может в здоровом организме размножаться и вызвать болезнь. Не вызовет ни чумы, ни гепатита, ни цирроза, ничего этого невозможно, потому что он погибает в здоровом организме. Клетки сами, здоровые клетки, этот вирус обязательно убьют, просто уничтожат своим биополем. А если они недостаточно здоровы и недостаточно в них энергии, то есть вот этих самых макрологических соединений, АТФ тоже должны знать, то они просто таки бессильны против вот этих самых вирусов, и вирусы начнут размножаться на гнилом, нежизненном материале. И, пожалуйста, тебе болезни. Пусть да, пневмокок, который тоже везде летает, ну что такое пневмокок? А пневмокок вызывает воспаление легких. И получается, что причина пневмокок, тогда как лечить воспаление легких? А теми лекарствами, которые убьют пневмокок. Ну, антибиотики, ну и давайте, антибиотики. А сейчас какое время настало? Устойчивость микробов? Значит, сейчас самое страшное, что сейчас меняют курсы антибиотиков. Дали один, не помогло. Причем не 5 дней, как вообще полагается, только 5 дней. А дают 2 недели, не помогло. Следующий антибиотик, еще 2, не помогло. Третий антибиотик. И так пока до 3 месяцев людей колят антибиотиками. То есть убивают последовательно их иммунную систему. Вот понимаете, что происходит в медицине, что происходит в вашем организме и с вашим организмом. И вот получается такое недоразумение, такая обманчивая картина в медицине, что лечит болезнь, лекарства лечат. На самом деле, вот давайте подумаем, что делают лекарства. Они вмешиваются в обмен веществ. Так если мы свой обмен веществ, тем более уже нарушенный, а нарушен чем? Нарушен неправильной пищей, больше ничем. Ну и воздухом, соответственно, так далее. Если мы в этот нарушенный обмен веществ еще вводим специально загрязняющий обмен уже более сильные химические препараты, но они, скажем, сильнее, чем... Но если антибиотиков дадим непомерную дозу, то можно и смерть вызвать. Но, скажем, непомерная доза мяса даже не вызовет смерти, но если там килограмм мяса съел, ничего, переварит. Но антибиотиков килограмм убьет. Но мы же вводим еще эти ядовитые продукты. Вводим. То есть еще больше нарушаем обмен веществ. Ну как вы думаете, это допустимо или нет? Недопустимо никак. Ну скажите, а что делать, если человек умрет? Да, бывает, когда умрет, тогда надо. Но не доводите же до этой степени крайней, пожалуйста. И ребенка не доводите, чтобы он болел, чтобы он температурил, чтобы вы ему давали жаропонижающие. Не помогает. Ну, там укутывания разные, теплые, холодные, всякое не помогло. И в конце концов уже без антибиотиков не вылечить. А пневмония там разрастается. Слушайте, не доводите до этого. При первом же кашле, при первом же повышении температуры хоть до 37,2, это уже ненормально, это уже воспалительный процесс. Вы очищаете организм ребенка и очищаете свой собственный.
Теперь я еще скажу вам об одном принципе, который, конечно, может быть, с этого надо было начать, но давайте, наверное, сейчас я вам об этом скажу. Я думаю, вам он достаточно известен, что медицина – это есть только одно слово, одним словом исчерпывается вся медицина. Это очищение обмена веществ, исправление обмена веществ, очищение тканей организма. Потому что медицина – это есть, понимаете, реальная медицина, вот как Гиппократ говорил. Медицина – это есть искусство подражания целебному воздействию природы. А целебное воздействие природы когда будет? Когда организм чист и создает только из природных элементов, то есть из тех элементов еды, которые нам дала природа. А это сырая растительная пища, так? Так вот, ну, в отношении сырой растительной пищи, сыроедение – это отдельная лекция, как перейти на сыроедение, не так вот сходу. Ну вот. Но, тем не менее, любую болезнь как реально вылечить? Не запущенную только, самое начало болезни. Только очищением, друзья. Очищением можно вылечить и высокое повышенное артериальное давление, и бронхит. Воспаление легких редко поддается только очищению. Это уже глубокая стадия воспаления. Бронхит, бронхиальная астма, ангина. Ну, в общем, начальные стадии заболеваний почек, подожди. И начальные стадии заболеваний печени. В общем, начальные стадии любой болезни вплоть до рака. Но самые начальные стадии, милые мои. Тогда вы, вот правильно, грамотно очищая организм, вы избавляете его от чего? От самых элементарных. Понимаете, самой элементарной, самой грубой грязи, которую мы видим каждый день и которую видит даже маленький ребенок, когда он садится на горшок, а потом встает. То есть от содержимого нашего толстого кишечника, друзья, которое в основном бывает весьма зловонным и весьма неблаговидным, так сказать. Так вот, этот толстый кишечник, вы уже, наверное, знаете, не рассмотрели. Книжка эта есть у всех, между прочим. У всех есть. Никому она не нужна? Но если нужна, придете, возьмете, купите у меня. Так вот, вот этот рисунок толстого кишечника, я думаю, он вам знаком, но придется еще раз показать. Придется или нет? Ох-ох-ох. Вот оно, болезни органов пищеварения. Да, это штука, с которых начинаются все остальные болезни. Ну вот этот наш злополучный кишечник толстый. Ну, видно. Кому не видно, возьмите книги, посмотрите. Кому не видно, у кого нету и так далее этих книг. В общем, вот этот толстый кишечник, вот этот черный слой, который его окружает, весь просвет кишечника просваивает со всех сторон, вот это есть та причина, которая вызывает все наши болезни. Понимаете? Потому что если мы не очищаем этот толстый кишечник ни у ребенка, ни у взрослого, то частично содержимое вот этого вот ядовитейшего слоя поступает обратно в лимфу, а из лимфы в кровь, а из крови в наши органы. А если таким образом происходит дело, то эти наши органы и заболевают. Заболевают те органы, в которые попало содержание толстого кишечника. Теперь представьте себе, что такое болезнь. То есть для того, чтобы понять причину болезни, не обязательно быть врачом, а нужно быть просто здравомыслящим человеком и понять, что если содержимое толстого кишечника попадет в любой орган, то этот орган обязательно заболеет. Или слегка, или сильно и так далее. То есть это обязательная процедура промывания толстого кишечника в течение жизни. Вообще один раз в неделю, а при заболевании каждый день. Но мне скажите, назовите лечебное учреждение, то есть больницу, где лечат больного человека, и где этому больному человеку, скажем, инфарктом миокарда? А? Да. Покажите мне вот такое лечебное учреждение, больницу, где лечат больного человека, ну, скажем, инфарктом миокарда. Инфаркт вроде какое-то отношение имеет к кишечнику, к сердцу там. Ну что вы предлагаете сердце лечить через промывание кишечника? Да это просто неграмотно. Так, или воспаление легких, или тот же гепатит, вирусный гепатит и так далее, или лейкоз.
страшное дело, которое косит сейчас детей и молодых, лейкозы, лимфомы. Так вот, чтобы их лечить промыванием кишечника, где-нибудь вы видели такое лечебное учреждение, такую больницу видели? Не видели, к сожалению. А ведь в больнице это крайне необходимо. Но промывание кишечника делается где? А в разных, так сказать, конторах. Вот гидрокалонотерапия. Гидрокалонотерапия – хорошая вещь. Так для этого существуют отдельные кабинеты гидрокалонотерапии. Все, идите, платите, делайте. Но кто-то сделает, а в основном люди этого не делают. Если люди неграмотные, в смысле очищения, ну зачем я еще, что за ерунда? Пошел, лег, там кто-то тебе моет кишечник. Во-первых, неприятно, неэстетично и прочее. И вообще, зачем мне это делать? У меня и так кишечник опорожняется каждый день. Ой, друзья, крайне необходимо это делать. Тот же Норман Уокер говорит об этом, что гидрокалонотерапия – крайне необходимая процедура. Ну ладно, не идете на гидрокалонотерапию, но у вас есть собственный туалет, собственная ванная, есть кружка эсмотра, которую пока что еще можно купить в аптеках России. Но за рубежом вы ее кружку уже не купите, эту кружку эсмотра. Так вот, покупайте, пока она есть, и промывайте кишечник. И вы избавитесь от очень многих бедствий, особенно если вы заболели. Для того, чтобы не дать возможности вот этому содержимому толстого кишечника попасть в вашу лимфу и кровь, понимаете? А то будет беда. Кстати, для того, чтобы этот вопрос разобрать более детально, я советую вам, таким более пытливым людям, а тут я вижу все пытливые, прочитать книгу, о которой я уже не раз говорила, но и все-таки еще раз скажу книгу, которая называется «Сырая война». Слыхали про такое? Как нет? Ну ладно. Книга называется «Сырая война». Она небольшая очень. И что-то 200 с лишним страниц. Автор ее Иванов Сергей Иванович. Вы можете, Иванов Сергей Иванович, можете найти ее в интернете, но не полностью. Ну хотя бы в интернете посмотрите, вы поймете тогда, о чем там речь и так далее. А суть книги сводится именно к тому, что я вам сейчас сказала. А именно к тому, что содержимое толстого кишечника попадает, если мы его не очищаем, что? Если вопрос, задавайте громко. Все, тогда молчите. Но вопрос можно задавать? Ну давай, не любой вопрос, а именно вы про книгу услышали? Услышали, все. Эту книгу необходимо прочитать буквально каждому человеку, чтобы понять механизм вот этого процесса. Как содержимое кишечника попадает в лимфатическую систему. Представляете, эта беда имеет место у всех. И у детей, и у взрослых. А почему? А потому что лимфатическая система выносит продукты обмена веществ нашего организма, наших тканей, продукты обмена веществ тканей, именно в толстый кишечник. И открываются лимфатические капилляры на сосочках толстого кишечника. Кто это сказал? Это сказал 200 лет назад Норман Уокер. А книжка, ну, в общем, знаете книжку Нормана Уокера «Сырые овощные соки»? Знаете? Так нет. Если не знаете, обязательно надо знать. Этот автор очень, очень серьезный и, в общем, человек, который спас многие поколения. Вот она. Норман Уокер, «Сырые овощные соки» или лечение соками и так далее. Это классика натуральной медицины. Обязательно ее надо купить, читать и читать буквально каждый день, держась на кухне, как справочник. Так вот, Норман Уокер сказал первый о том, что лимфатическая система, ее капилляры выходные, открываются на сосочках слизистой толстого кишечника. Я прочла у него об этом, не в этой книжке, а в другой, потому что это сотая часть, наверное, его наследия. И это также мне помогло создать вот эту методику очищения организма. Именно на основе того, чтобы очистить толстый кишечник. Ну, друзья, от чего? От тканевых отходов. Ну, друзья, если мы в одну сторону имеем выход тканевых отходов, отходов обмена веществ, тканевого обмена веществ, да, имеем выход из лимфатической системы в кишечник. Потому что назначение лимфатической системы какое? Очищение клеток и тканей, да? Потому что лимфатические капилляры окутывают каждую клетку рядом с кровеносными капиллярами. Где идет кровеносный сосуд? Капилляр или более крупный сосуд? Или аорта. Рядом с аортой проходит грудной лимфатический проток, толстый, большой. Дальше брюшная аорта, значит, брюшной лимфатический проток. Все они сопровождают друг друга.
Понимаете, грубо говоря, это вроде водоснабжение большого дома, многоквартирного, и канализационная система. Так вот, точно так же лимфатическая система выносит продукты обмена, а кровеносные сосуды доставляют питание клеткам. Доставляют. Ну, все правильно, да? Все правильно и все очень логично. Если мы будем, эти системы будут правильно функционировать, то есть мы будем своевременно очищать лимфатическую систему, то мы не будем болеть. Ну а как ее очищать? Так мы не в состоянии это сделать своими силами, потому что лимфатическая система не имеет одного органа, который имеет кровеносная система. Это какой орган? Сердце. Сердце. Это мотор, грубо говоря, да? Кровеносная система имеет сердце, которое может сильнее работать, медленнее и так далее, и так далее. А лимфатическая система течет самотеком, лимфа течет. Там нету мотора. Но самотеком течет, она медленно течет. И она медленно-медленно выносит. И потому бывают застои лимфы. А где застой в основном? В нижних конечностях, да? Потому что там силой тяжести надо поднять эту лимфу. А поднимают кто? Клапаны лимфатических сосудов. То есть не клапаны, конечно, а стенка. Мышечная стенка лимфатического сосуда. Если она слабенькая, то получается, что эта лимфа и задерживается. А раз она задержалась, то она будет давать выпад наружу. И будет отек, и будет потом застой лимфы, слоновость и так далее, и так далее. Так вот, чтобы всего этого не было, опять рецепт один – очищаться. Ну, в общем, предположим, до этого мы еще не дошли, и мы имеем, ну, этот выход лимфатических сосудов в толстый кишечник. Хорошо, все хорошо. Но если там нету вот этого вот жесткого, жуткого, этого злостного слоя грязи, а что этот черный слой из чего состоит? Масса, да, как так называется. Так, как ты сказала. Это называется каловые массы. А вопрос, можно? Говорят, что типа нельзя вот... Так, все, замолчать. Да. Глупость скажешь, сейчас скажешь глупость очередную. Я уже знаю, что ты скажешь, что говорят. Зачем вы говорите то, что говорят? Вы лучше слушайте то, что я говорю. Вымывается микрофлора. Ладно. Ну вот вы не вымывайте, оставьте эту микрофлору, оставьте такую хорошую микрофлору. Ладно. Давайте, друзья, не шутите таким образом, расстроили меня сильно. А можно другой вопрос? Не про то, что говорят. Быстро. Мне на самом деле столько вопросов, я вот этим выберу, нам всем интересно. Вот как организм выбирает тот продукт, на который мы типа аллергия? Вот теперь послушай, как тебя зовут? Ника, послушай, ты вообще-то такт имеешь, элементарный такт человеческий или не имеешь? О чем я говорю сейчас и о чем ты хочешь, чтобы я начала говорить? То есть забудьте то, что вы говорили, отвечайте на мои вопросы. Теперь, друзья, запрещаю задавать любой вопрос, раз так. Только могу ответ требовать от вас. Я задаю вопросы, а вы отвечайте. Пока я не кончу лекцию. Это что за безобразие, в конце концов? А у меня много вопросов. И пошла. Все, не разговаривай, просто не разговаривай. Просто не разговаривай. Извиняюсь, но придется так разговаривать с вами. Итак, лимфатическая система правильно выводит. Она бы выводила, если бы не был этот страшный слой, который состоит из загнивающих каловых масс, из загнивающей слизи, из загнивающих паразитов кишечных. Но мало того, что он такой страшный, он еще и припаян к кишечной стенке. Чем? Что нас убивает, кроме микроорганизмов? Грибы. Вот грибы, микоз. Вот этот микоз у всех есть, в кишечнике уж толстым у всех есть. Вот если вы приглядитесь, вы увидите здесь белые нити. Это же фотография рентгеновских снимков, которые сделал, опять же, кто? Не я, а сделал вот Норман Уокер. Вот это рисунок из его книги, другой не этой. 10 тысяч рентгеновских снимков он соединил, объединил, значит, анализировал и нарисовал нам такую схему на основании того, что увидел в этих рентгеновских снимках. 10 тысяч, поймите, пожалуйста. Так вот, пронизывают вот этот грибковый мицелий, весь этот слой. А почему это может быть? А потому что любой гниющий продукт покрывается чем? А? Плесенью. Обед оставляли когда-нибудь, забыли, оставили в кастрюле обед? Он заплесневел на третий день и так далее. И все, в общем, что гниет, все мертвое. Вот. Но вот эти вот грибки, которые и поселяются здесь, и они
пронизывают мицелием всю толщу этой грязи и доходят до слизистой. И все, припаяно все. Теперь лимфатическая система как может высвободиться от токсинов, которые образовались в результате обмена веществ? Как? Да никак не может. И получается, что лимфа сюда доходит, а потом возвращается обратным током. Потому что кишечник-то сокращается. Вы уверены, что кишечник сокращается или нет? А? Уверены. Потому что если бы он не сокращался, у нас бы не было акта дефекации просто. Так вот, при сокращениях кишечника эта лимфа идет обратно. То есть так, ладно. И к своему стыду я должна признаться, что до последних 3 лет, то есть до того, как я прочла эту книжку «Сырая война», я была уверена, что этими ограничивается весь ужас нашего вот этого грязного кишечника. Лимфа не может высвободиться и от токсинов тканевых, и их возвращает обратно. Ну и хорошо бы, если бы это дело этим ограничилось. Но ведь не ограничивается этим. А что еще наступает, более страшный процесс, как вы думаете? А? Что еще происходит? Поймите, пожалуйста, мало того, что лимфа не выводит продукты, система лимфатическая в лимфу не выводит, ведь проницаемость тканей во все стороны одинаковая, ведь проницаемы не только лимфатические сосуды, но и стенка кишечника тоже проницаема. В результате того, что она проницаема, проникает в лимфатический сосуд содержимое толстого кишечника, то есть то, с чего я начала эту тему. Вы понимаете, что содержимое толстого кишечника попадает в лимфатический сосуд при каждом сокращении стенки толстого кишечника. А дальше что нам делать? А дальше лимфа разносит. Куда разносит? Оттуда, где заболела. У вас заболели суставы? Или один сустав, мизинец заболел, понарицы? Что бы ни произошло? Это значит, туда попало содержимое толстого кишечника. Друзья, теперь ужасайтесь. Но знайте, правду надо знать. А когда вы знаете правду, вы вооружены уже. И можно с этой очень горькой истиной бороться. То есть горькую ликвидировать и превратить в сладкую, то есть здоровье. Понятно, да, теперь? Но очень рекомендую книгу эту прочитать. Называется «Сырая война». Так вот, чтобы всех этих зол избежать, давайте толстый кишечник держать в чистоте. Но держать в чистоте – это не только его промывать, но также не загрязнять. А чем мы загрязняем? Неправильной едой. А как мы очищаем? Мы очищаем промыванием водой, да? Но если мы будем и промывать, и кушать, то мы его не очистим. Значит, какое-то время нужно промывать, но не есть, но не загрязнять. А потом нужно просто не загрязнять. Ну, а как, вообще не кушать всю жизнь? Ну, есть люди, которые не едят. Но все-таки, наверное, все мы на это пока не способны. И потому кушать то, что нам не причинит вреда, то есть не загниет, то есть сырая пища. Но теперь, если хотите, я все-таки пару слов скажу о том, как перейти на эту сырую пищу. Потому что невозможно перейти на нее сходу, сразу, никому, а тем более человеку больному. А мне звонит не один человек, 55 лет, 60 лет и дальше, и выше, и говорит, я перешел на сыроедение. Но у меня такие-то возникли неприятности, боли, все, что угодно. Слушайте, почему вы перешли на сыроедение? Потому что я болею. У меня аритмия сердечная. Я решил перейти на... У меня гастрит, у меня что угодно. Слушайте, да как может больной человек перейти на сыроедение? Он может усвоить эту пищу? Нет, он усвоить ее не может. А почему? Потому что, прежде всего, больной желудочно-кишечный тракт. Если у него есть какие-то любые болезни, то у него, безусловно, больной желудочно-кишечный тракт. Потому он и позволил грязи пойти всюду и вот заболеть. Так, значит, прежде всего надо его очистить, да еще приспособить к тому, чтобы он смог усваивать сырую пищу. То есть это процесс не быстрый, далеко не быстрый. Полгода на это требуется в этом возрасте после 50. А в возрасте 20 лет, 15 лет требуется 2-3 месяца, чтобы почистить, оздоровить органы пищеварения и сделать их способными к усвоению сырой пищи. Так что, если говорится, при панкреатите нельзя пить соки, это частично это правильно, хотя на самом деле это неправильно. Нельзя кушать сырую пищу, поджелудочная железа не выдержит. Конечно, не выдержит, если она больная. Если у нее панкреатит, а если нету панкреатита, то выдержит. А что делать?
значит, вылечить панкреатит. А как вылечить панкреатит? Только голодом. То есть без пищи вообще. Но отвар вот этот мой, он годится. Для лечения панкреатита очень даже годится, и у меня есть большой опыт этого дела. Только отвар, больше ничего. Потом постепенно вводятся соки, постепенно, очень осторожно, очень. Потому что это очень нежный орган. И постепенно, так, постепенно можно от панкреатита избавиться. Следовательно, параллельно вы вылечите обязательно и гастрит, и гепатит, ну и дальше колит и прочее вы вылечите. Этот процесс будет длиться не менее 2 месяцев. И только потом вы, может быть, сумеете перейти на сырую пищу, но не пищу сразу, на соки, а потом уже на еду. То есть переход на сыроедение больного человека требует не менее 1,5 года. Причем работы упорной, тщательной и изучения этого процесса очищения, очень такого добросовестного изучения с просматриванием лекций моих и не только моих, и чтением книг. Между прочим, книжку, конечно, я предлагаю, она, в общем-то, уникальная. Я не стану ее хвалить, не нужно мне хвалить ее, понимаете? Она просто написана для вас. Читайте и получайте ту информацию, которую вы больше нигде не получите. Но кроме этой книги, нужно читать еще другие книги. А какие именно? Книг-то море, прорва книг, так сказать. Но не все они истинные. То есть не все они представляют собой классику натуропатии. А как вам известно, истинно только классика. Музыкальная классика и прочая, и литературная классика – это то, что истинно. А то, что делается сейчас в современной нашей жизни, к сожалению, это извращение почти кругом и везде. Очень редко истины в современном искусстве, тем более в науке. Так вот, я вас прошу прочитать библиографию, указанную в этой книге. Тут немного названий, 20-25, но это все именно чистейшие, вот классические книги, где изложена натуропатия, то есть естественное лечение. И на основании этих книг, содержание этих книг, этих авторов, и на основании собственного опыта практического, и на основании еще знаний, полученных в медицинском институте, и еще в институте биохимии, где я работала профессионально уже биохимиком, я сумела написать эту книжку вместе с сыном своим, который практиковал, ну, будучи врачом и биохимиком, тоже же работал и уже в течение 25 лет, больше даже, работает со мной вместе в области лечения вот, естественным методом, только так. К сожалению, другие врачи почему-то не захотели этим заниматься. И я очень жалею, что у меня пока нету последователей, у нас нету их. А это очень плохо, понятно, потому что вечно мы жить не можем, а все-таки это без того, чтобы лечиться правильно естественными методами, невозможно ну, правильно жить, и невозможно жить достаточно и без болезней. Но так как то, что сегодня происходит вообще со здоровьем человечества, уж я не скажу россиян и прочее, это очень неутешительный процесс, который ведет к преждевременной смерти и взрослых, и детей, и молодежи, особенно молодежи. А я хотела сегодня сказать о профилактике рака, но, конечно, уже об этом я не успею сказать специально. Все, что я сказала, это есть профилактика рака, конечно. Просто без названий, так сказать, таковых. Но особенно сейчас стал такой распространенный и очень злокачественный, просто социальной болезнью, как раньше был туберкулез, а сейчас это лимфома. Знакомо вам это название? К сожалению, да. Лимфома следостения, лимфома брюшины. Главное, это прогрессирует, это заболевание с каждым днем буквально. С каждым днем мне звонит все большее количество людей. Лимфома, лимфома, лимфома в основном у молодых людей. С 20, вот так лет начиная, 20-30 лет, это страшное дело, страшное. Но что вы думаете, что такое лимфома? Лимфома – это воспаление лимфоузлов. Но теперь про лимфатическую систему сказали, в общем, да, это очищающая система. Но вам же известно, что на пути лимфатических сосудов имеется что? Лимфатические узлы. Какие они можете назвать? Не стыдитесь, друзья, вы обязаны это знать. Это не только врачи должны знать, но и вы обязательно должны знать. То, что они знают, и то, что они не знают. Если не будете знать, все, хана опять же. Где? Назовите лимфатические узлы, где они у нас? Под конец,
Так, значит, это глоточные, во-первых, миндалины. Это ангина. Так ведь? Чаще всего бывает. Ладно. Глоточные. Потом околоушные и подчелюстные. Когда они заболевают? При каком заболевании? Околоушные. Вот такое состояние. Это свинка называется, да? Свинка. А по-научному паротит. То есть воспаление вот этих желез паротит около уха. Отит, да, отит, паротит. Около уха и подчелюстные воспаляются. Но говорят, что паротит вызывается вирусом. Ну, я верю, что вирусом вызывается. Но опять же, как вам известно, вирус не может прижиться там, где у него нету пищи. А пища для у маленьких детей уже гной. Вы понимаете, в этих железах гной в лимфоузлах. Ну, а раз гной, почему бы вирусу там не размножаться? Отличное питание для него. Вот и пошли, ладно, дальше пошли. Где еще лимфатические узлы? Безусловно, вот они обычно опухают при каких заболеваниях? Легочных. Да, легочных. Но при заболевании легочных узлов опухают еще другие железы, которые называются перибронхиальные лимфатические железы, которые небольшие. Они по всему ходу бронхов, они находятся, они есть расположены, и они заболевают при бронхите, при воспалении легких, при туберкулезе. Значит, вот эти перибронхиальные лимфатические железы, и заболевание это называется лимфаденит. Лимфаденит. Это заболевание было достаточно раньше распространенное, и мы проходили в институте об этом заболевании, знали и так далее. Но тогда мы слово лимфома не слышали, даже не подозревали. Сейчас и бронходенитов нету. Зачем там бронходенит, когда сразу этот процесс превращается в злокачественный? И понимаете, все эти лимфоузлы, находящиеся по ходу бронхов и в следостении, то есть в тканях между двумя легкими, вот тут мягкие ткани, там, а какие ткани там проходят? Ну, соединительные ткани проходят, аорта, грудной лимфатический продукт, другие сосуды, нервы и так далее, нервные узлы. Так вот, в этих тканях, и, конечно, там полно лимфатических путей и лимфатических узлов. Вот эти узлы спаиваются в один вот такой воспалительный, злокачественный процесс. Он мало того, что воспалительный, он, кроме того, злокачественный. То есть клетки лимфатической системы, клетки лимфоузлов становятся злокачественными. Между прочим, ну, конечно, я уже не смогу сегодня сказать об этом, это будет уже попозже. Дело в том, что вот насчет происхождения рака очень много теорий, и, к сожалению, они все неправильные, но это мое мнение, потому что ни одна теория, если бы она была правильная, она бы себя оправдала в лечении этого заболевания. Но пока что успеха в лечении рака нету, успеха в лечении лимфомы нету, и успеха в лечении острого лейкоза и лимфаденита тоже нету. А это все фактически одно и то же заболевание, лимфома, острый лейкоз, лимфаденит, лимфолейкоз и так далее. Это заболевание крови, заболевание белой крови и заболевание лимфы. Теперь, друзья, что же нам делать? Что же нам делать? Как нам избежать этих вот злокачественных процессов в лимфатической, хотя бы пока, скажем, только лимфатической системы? Но как их избежать? Возможно, да. А как, что значит профилактика? Лечение. Чего? Ну, говори уж. Кишечник, организм. С помощью лечения. Ну, конкретно, очищение лимфатической системы, да? Надо, если мы, допустим, скопление грязи элементарной, скопление отхода веществ, ну да, отхода обмена веществ в лимфоузлах, и если это скопление будет копиться годами и годами, то эти лимфоузлы не воспалятся. А если они воспалятся, там не произойдут, не начнутся злокачественные процессы. Теперь я вас, поскольку я в эту тему сейчас не могу вдаваться, это очень большая тема, я вас прошу прочитать о возникновении рака, о причине рака, прочитать именно в этой книжке, в которой не одна статья посвящена происхождению злокачественных опухолей. Тут есть статья про миому и мастопатию, есть статья еще, в общем, как она называется, вы найдете в разделе. Пожалуйста, прочтите эти статьи, чтобы вы
имели правильное и трезвое, здравое представление о том, откуда образуется рак в организме, причина рака, истинная причина рака. Потому что кроме того, как загрязнение ткани, другой причины нету. Ну и теперь в двух предложениях буквально я вам скажу, но это не значит, что вы не должны читать статьи. Статьи надо читать, потому что сейчас два предложения вы быстро забудете, а статьи подольше задержатся. Так вот, суть в том, что если в какой-то ткани накапливается слишком большое количество грязи, ну, любого вида, будь то мочевая кислота, будь то просто гнойные токсины, будь то мертвые клетки, которые образовались в результате аутоиммунных процессов. Вот аутоиммунные процессы – это начало раковых процессов. Но там есть мертвые ткани. Но в конце концов, если их много, если их не преодолеть ни аутоиммунным уничтожением, ни чем другим, то организм прибегает к крайней мере. А какая это мера? Это мера образования злокачественных клеток. Кто образует? Образует иммунная система злокачественные клетки для того, чтобы они съели вот эти вот продукты, которые нас травят. Ядовитые продукты, мертвые продукты, гнойные продукты и так далее, и так далее. Ту же мочевую кислоту. Если всего этого много, то первая стадия будет воспаление, вторая стадия будет раковое перерождение этой опухоли воспалительной. И там образуются буквально агрессивные клетки. Они образуются в результате того, что иммунная система еще имеет силы и возможности создавать эти агрессивные клетки. То есть иммунная система достаточно сильная. Только сильная иммунная система дает вам раковую опухоль. Но кажется, зачем же она нам нужна такая, если она даст раковую опухоль? Да, она такая нам не нужна для синтеза раковой опухоли. Ну а что же делать? А все-таки она хорошая. Вот мы эту иммунную систему укрепляли. Здесь ребенок болел, мы его отдали на спорт, на бокс или на, еще лучше на плавание. И потом обливали холодной водой, и все это укрепило ее. Все, перестал болеть. Уже 12-15 лет он не болеет, не болеет, не болеет. И вдруг получился у него лейкоз 25 лет. Или дальше живет, живет. И девочка, то есть женщина уже, и у нее рак грудной железы. Про этот рак грудной железы столько чепухи. Так вот, друзья, причина возникновения рака – это сильная иммунная система при загрязнениях в организме. То есть компенсированная иммунная система, которая может компенсировать ваши воспалительные процессы. И потому вот этому чепухе этой не верьте, что в вашем организме ежедневно образуются миллионы раковых клеток. Почему? Если вы не больны раком, они не образуются, значит. Они начинают образовываться, когда вы уже заболели этим процессом. То есть, когда вы дали возможность ему развиваться. Ладно. А почему рак возникает? Потому что у вас ослаб противораковый иммунитет. Потому что на самом деле в организме есть противораковый иммунитет, есть синтез рака. Я хочу знать, почему, какая целесообразность, чтобы в организме создавались ежедневно миллионы раковых клеток. Для чего они образуются? Для очищения. Нет, дорогие, для очищения организма не образуются раковые клетки. Это последняя, уже крайняя мера, которую предпринимает сильная иммунная система. Любая иммунная система этого не сделает. А что будет в этом организме? В этом организме будет иммунодефицит, который практически есть у всех людей в разной степени. А иммунодефицит – это просто воспалительные заболевания. Хронические, вялые, тянущиеся, хронический бронхит, бронхиальная астма, гепатит А, хронические заболевания, в общем. Хронический пиелонефрит, хронический синусит, гайморит, да, хроническая головная боль. Все это иммунодефициты. Это слабая иммунная система. А сильная иммунная система, ничего такого нету. Человек здоров. Вы не замечали, что раком болеют здоровые люди, а больные люди раком не болеют. Вот эти здоровые, которые всю жизнь был здоров. И вдруг сразу, откуда рак? Вот оттуда рак. Не надо было грязный организм закаливать еще. Не надо было, друзья, надо было сначала очищать, а потом заниматься хоть бегом, хоть плаванием, хоть обливанием, купанием в проруби. Занимайтесь хоть баней. В баню нельзя ходить, не очищаясь. И так далее. В общем, принцип вам понятен? Вы знаете, я, так сказать, раскрыла вам все секреты медицины, но еще не все, но основные. Вам остается усвоить все это и не забывать то, что вы усвоили. А для того, чтобы подробнее все это уяснить и
уже знать науку, изучить науку, читайте эту книжку и читайте, пожалуйста, авторов, которые указаны в библиографии, то есть авторов, на основе учения которых я сумела создать свою стратегию лечения, свою методику лечения. Потому что, кроме всего, друзья, я вам скажу, нельзя лечить вот той стратегией, как лечит сейчас медицина вообще. То есть нельзя лечить больного человека и больной орган. Нельзя лечить. Потому что это значит ничего не делать. А нужно лечить, во-первых, всего человека, а не больной орган. Не болезнь, а больного. Об этом говорил еще русский терапевт Мудров в 18 веке. Он говорил, лечи больного, а не болезнь. Мы это услышали первый раз в институте от своих лекторов. И очень нам это понравилось. Но и наши лектора, и наши преподаватели, и вообще все остальные врачи об этом принципе забыли начисто. К сожалению, помню только я из врачей, наверное. Потому что только я не лечу болезнь, а лечу больного, лечу организм. Ладно. Пришел человек со своей болезнью, я говорю, то-то, 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 вам надо то-то. В общем, всю методику выкладываю, и все. А он разве живет один, в лесу он живет? Нет, он живет в человеческом обществе. Прежде всего, общество – это его семья. Это ребенок с родителями, это взрослый с мужем, женой, с родителями, все равно. Это родные люди. И вот эта семья должна обязательно лечиться в полном составе. Так что не приходите ко мне поодиночке, и я говорю, с кем вы должны прийти? Я одна. Не приходите, вообще не приходите. Почему? Потому приходите с мужем, с детьми. А я нету мужа, с родителями приходите. С кем живете, с кем приходите. У меня молодой человек, приходите с молодым человеком. Понимаете, смысл понятен теперь? Правильно, правильно. Потому что иначе это будет, я просто зарабатываю деньги, но реальной пользы не приношу. А я этого делать не хочу. И потому еще члены семьи у меня лечатся бесплатно. Поймите, пожалуйста, это имеет свой смысл. Ну, а иначе вообще нельзя. Нет смысла лечить иначе. А во всем мире так делается. Вы видели еще одного врача, который призывает семью лечиться, да еще и бесплатно. И обязательно детей, не лечить их просто преступление. Даже если жалобы нет, но жалобы всегда находятся. Принято это где-нибудь. Ну вот, пожалуйста, требуйте, чтобы лечили вашу семью все врачи. Понятно? Они не станут, потому что скажут, а я ларинголог, идите к пульмонологу. А отец болеет воспалением легких, хронической астмой, пульмонолог. Он болеет гастритом, гастроэнтеролог. Он болеет печенью. Пожалуйста. Гепатолог, так далее, так далее. В общем, вы понимаете абсурд этого узкого деления на специальности и вообще абсурд ситуации, которая творится в медицине. Все. Задавайте вопросы, но очень мало и очень кратко. А про детей расскажете? Ну, вот про детей. Нет. Друзья, в конце концов. Причина та же. Про детей я хотела сказать, как готовиться к зачатию. Как готовиться к беременности, как готовиться к беременности, как проводить беременность и как кормить детей. Ну, друзья, об этом я очень много раз говорила. Смотрите ролики, пожалуйста. Да и тот ролик большой тоже посмотрите. Большая лекция Вадимцова, то же самое. Так, по очереди. Давай. Состав трав для ребенка, для очищения. Тот же самый, только в два раза более разведенный. Так, пошли, говори. Слушайте, всю жизнь думала, что у меня аллергия, но как раз поставили 2 недели панкреатит. Всю жизнь думал, что у тебя... Аллергия, да, но как раз 2 недели назад поставили панкреатит. Поставили панкреатит? Да. И почки. Я ничего не могу кислого вообще есть. То есть у меня сразу адреналиновый приступ, как бы, и обострение. С чего начать? Начать с того, чтобы прийти ко мне на прием. Я же, ты думаешь, на лекции я могу это сделать. Но, к сожалению, друзья, извините меня, я уезжаю 2 числа, то есть буквально послезавтра я уезжаю, в Краснодар и туда дальше к себе домой. В Краснодарский край, короче говоря. Я там буду до мая месяца. Так что буду отсутствовать. Просто я пришла на лекцию, потому что она была объявлена заранее. Я не могла не прийти. Так что имейте в виду, меня здесь не будет. Если у вас уж крайняя необходимость, то придется приехать туда. Но разница не очень большая, что в Москву приехать, что в Краснодарский край. Слава богу, это не за рубеж какой-то. Ну вот и все. Сейчас мои возможности пока вот так ограничены. Буду я здесь в мае, можно мне звонить, приходить и так далее. А сейчас можно будет звонить, но, пожалуйста, не злоупотребляйте. По моему телефону 8-918 и так далее, который есть в книге. Так.
талая вода, стоит ли это делать? Очень даже стоит. Это структурированная вода, все ее качества вы знаете. Пожалуйста. Она, конечно, единственная стоящая вода для питья. А гнойный отит у ребенка точно так же лечить? Громче. Гнойный отит у ребенка лечить точно так же? Ой, гнойный отит, причина его это синусит. Но так же, конечно, и носик помывать, и носик закапывать свеклу, и так далее, и так далее. Но и надо ушки тоже прочищать, и их надо, знаете, вот такая есть, ну, в общем, я прочитала такую пропись, это правильно, конечно, там 3 дольки чеснока и 3 столовые ложки растительного масла залить, в общем, ну, там, 2 суток продержать в темном месте и закапывать капельки, вот это масло закапывать в ушки. Но раньше, чем масло закапывать, уже через несколько часов, когда вы приготовили этот настой масла на чесноке, закапывайте в нос. И, да, главное здесь очистить пазухи. Тогда вы, ну а если уже там гнойный отит разыгрался вовсю, надо идти к специалисту, пускай он посмотрит ушным зеркалом и пускай он, если нужно, разрежет барабанную перепонку, то есть сделает парацентез и выпустит гной из среднего уха. Потому что гной среднего уха – это опасно. Оно может перейти в мозг, тогда получится менингит. Они не делают этого. Почему? Они антибиотики назначают. Да, увы, так просто. Ну тогда очищайте кишечник и все, общее очищение. А сколько раз в день нос и уши? Нос много раз. Ну капать, наверное, в уши 2-3 раза. А нос прямо постоянно, через каждые 2 часа. Спасибо. Пожалуйста, и вообще, подожди, лечите синусит у всех ваших детей, потому что у всех он есть. Что такое синусит, вы знаете же? Это гайморит и фронтит. Лечите, лечите, это причина будет, синусит станет причиной и близорукости, и любых головных болей, и, в общем-то, очень многих бед. То есть при первых появлениях простуды у ребенка можно вот это капать все? Нужно. Но не только капать, начинать не с капания, а с кишечника. Скажите, 1,5 литра воды обязательно, да, каждый день выпивать? Не обязательно, но уж литр обязательно. Что? При сыром питании, при сыром питании, а если у вас питание общее, то 1,5 литра обязательно. Скажите, вот растяжение связок. Да, иду до тебя. Растяжение связок коленного сустава и голеностопа, вот как его это можно? Ой, не могу, это же хирургический процесс, то есть хирургическое лечение. Растяжение, видимо, в результате травмы все-таки. Да. Ну нет, это хирургия. Но для того, чтобы любой травматический процесс вылечить, нужно очищаться параллельно. Очищайтесь, кишечник, кишечник, кишечник. И параллельно, конечно, хирургия. Да, у нее проходы расширены, их невозможно никак уменьшить. Вы постоянно будете... Слушай, вот слушай меня. Миндальные такие, конечно, надо удалить, но прежде чем удалить любую, вообще ножом прикоснуться к ткани любой, прежде чем это сделать, если это необходимо, надо сделать, ту же раковую опухоль, прочее, надо удалять. Но до этого общее очищение, тот же танзилит нужно удалить, но после общего очищения. Все-таки удалять? Да, ну смотря, это уже специалист посмотрит, если они гнойные, удалите, если нет, то они в процессе очищения очиститься сами. Говори, говори. Сейчас. Мадам, давай быстро. Я хотела спросить, если вода почти дистиллированная, нужна ли дополнительная минерализация? Обязательно или нет? Нет, какая минерализация? Ну, вода должна быть дистиллированная, натуральная. Да, да. Я хотела по поводу танзилита сказать. Я обставлю. Давай. Ну, я представлюсь для начала. Меня зовут Ирина. Я вот с Марвой Горшаковой подружилась некоторое время назад. Я у нее лечусь, очищалась по ее методике, под ее пристальным наблюдением. И по поводу танзилита. У меня всю жизнь болело горло, у меня всю жизнь был танзилит. У меня постоянные были ангины. Просто вот я сколько себя помню, столько я этим мучилась. У меня постоянно был гайморит, у меня были ужасные головные боли. Миндалины, вот спасибо маме, она в детстве мне не дала удалить миндалины, она мне их оставила, мы их сберегли. Вот, но меня это преследовало очень много лет, поскольку я живу, собственно говоря. И, наверное, удалять это действительно не стоит. После очищения у меня вот 1,5 года ни разу горло не болело, и с гайморитом я тоже вот
Просто низкий поклон Марк Багашака мне. Я распрощалась с такой болезнью, которая меня мучила столько лет. Ну, это просто что-то. У меня были дикие головные боли. И вот больше года я об этом не вспоминаю. У меня нет насморка. И если вдруг насморк, сейчас буквально, если вдруг насморк возникает, вот из личного опыта, подтверждение того, что сказала Мара Багашаповна, чистить кишечник сразу же, только почувствовали да, на друзья, заглотке, да. Слизь, сразу же клизма. Да. Очищаешь вот. Кишечник, подожди, прямо сразу подожди. Же, в течение, вот даже вы делаете клизму, одну, вторую, третью, в течение вот этого времени, в течение часа, вы сразу почувствуете очищение всех носовых пазух, сразу дышит нос, сразу уходит все вся точно. Заложенность носоглотки. Это вот из личного опыта. Так, теперь послушайте. Вот я введу микрофон, и вы поднимаете руку. Наверное, я взяла, чтобы говорить, наверное, да ведь? Слушайте, научитесь все-таки какой-то вежливости элементарной. Вот то, что сказала Ирина, конечно, она бы не стала говорить, если бы это меня испытала. Но ведь я должна добавить, что то, чего она достигла, было достигнуто в результате двухлетнего упорнейшего и аккуратнейшего труда. При постоянных звонках мне, при постоянном посещении меня и под моим неусыпным контролем. Друзья мои, в течение одного года уже вы можете научиться всему. Даже один год достаточно. Но один год, если вы больны, вот так, как говорит Ирина, и головные боли, и страшный вот этот и танзилит, и синусит, и так далее, и так далее. Если вы больны, вам минимум год нужен, чтобы научиться всему. А 2 и 3 года нужно, чтобы вылечиться полностью, понимаете? И потому будьте очень аккуратны, и очень скрупулезны, и очень честны по отношению к себе. Когда вы начинаете это лечение, вам же это лечение далеко не легкое, но оно стоит того, чтобы жить, и чтобы жить здоровым, чтобы сохранить жизнь, понимаете? Потому что иначе, вот меня спрашивают, а у вас никто не умер? А разве можно вот так вот лечиться, а никто у вас не умер? То многие умерли, да. Но умерли те, кто, как вы думаете, умерли? Кто не лечился? Нет. Запущенных я не начинаю, я не хочу их убивать. Лечился, умер те, кто не лечился. Не лечился. Вот категорически отказался лечиться, когда вполне будет подвержен лечению. Я слышу, муж умер, жена, ребенок, даже страшный ребенок, бронхиальная астма, мать его потеряла, а мать кто была? Мать была медсестра. Но этой медсестре было совершенно непозволительно лечить ребенка голоданием. Это не, она лечила его лекарствами, как ее врачи, ее шефы и так далее лечили, и он погибет. Ребенок в 15 лет, начала она это дело в 13 лет. Вот понимаете, что бывает. Так что остерегайтесь не очищаться, а очищайтесь. Но если вам мало уже 70 лет, 100% очищайтесь, но осторожно. Но если старше, то тоже можно, но только уже тут очень осторожно надо делать. Так, теперь вопросы дальнейшие и не очень долго. Ты со своим множеством вопросов потом подойдешь ко мне, потому что с тобой я сейчас не в социальном говорить. Говори. Не слышал? Не слышал? Что говорить? Артроз. Артроз. Слушай, это отдельная тема, артроз. Пожалуйста, книжка есть для этого, читайте. Давай. При панкреатите, повышенной кислотности желудка, а все равно лимон в отвар добавлять? Нет, при повышенной кислотности нет, при панкреатите можно. Ну не добавлять, все. Просто отвар травки. Читайте книгу, пожалуйста, и слушайте ролик. И там не сказано, что делать при гастрите. Сказано, пить только отвар мяты с медом. Ну, милый мой. Да, да, но я не могу сейчас лекцию о гастрите вам читать. Давай. Нет, вы уже. Давай. Со скольки лет можно кишечник очищать? Со дня рождения я. На второй день, если надо. Не дается. Приучите. Маленький ребенок даст. И постепенно он привыкнет к этому, и все. Давай, давай. Вопрос про маленьких детей. Грудное вскармливание потребуется. До какого времени? Через сколько часов, чтобы это тема отдельная, друзья. Я не знаю, сумею ее прочитать. Сейчас который час? 4.
Многовато. Наверное, немножко отдохнем, просто я выйду подышать, потому что здесь воздуха все-таки нету. А потом так и быть. Я скажу, что вскармливание грудных детей, грудное вскармливание, потому что это очень важная тема. Это страшно, страшно болезненная просто боль, которая накипела у меня на душе. И это болезни ваших детей, то вскармливание, которое сейчас рекомендуют. Дальше пошли. Давайте. О, это пищевая или не пищевая, любая, какая разница, какая она, пищевая или от воздуха, или от порошка стирального. Все, что я сказала, относится к вам. Очищайтесь. Все? Все. О, слава Богу. Я вам тоже хлопаю за то, чтобы понимали.